В поселке Цандрипш прошел первый открытый турнир по вольной борьбе среди юниоров, посвященный памяти юного бойца Эдуарда Терзян. Открытый турнир по вольной борьбе, посвященный памяти Эдуарда Терзян, проходил в Цандрипшской средней школе номер 1. Он был организован отделом по спорту администрации Гагрского района и отцом безвременно ушедшего из жизни в 2017 году юного бойца Эдуарда Терзян Варткезом Терзян. В турнире принимали участие более 90 юных бойцов 2001, 2, 3, 4, 5 и 6 годов рождения со всех городов Абхазии. На турнир приехали и спортсмены, друзья и Эдуарда из Сочи и Адлера. Турнир длился 2 дня. Победители были награждены кубками, медалями, грамотами и памятными подарками. Организаторы турнира выразили надежду на то, что он станет традиционным.